вас время? У нас раннее утро, и мы решили прямо сейчас поздравить маму. Ты готов дарить подарок? Хорошо. Днем рождения, Тую. С днем рождения, мамочка. Нам подарок принесли. У нас такое классное утро. Смотри, уже солнышко вышло. Мы наконец-то сейчас увидим, куда мы приехали. Это только подарок. Да, Сёмочка? Увидишь. Он уже все утро рассказывал, что это за подарок. Короче, Артемий спалился, сюрприза не получилось. Не может он. Вот она. Мама давно хотела себе такую зубную щетку. Жужжущую, да? А ты мне дашь? Еще 500 рублей мне на мобильный телефон обещают обратно вернуть. Да, надо посмотреть, что это за... Давай раскрывать. Что это за акция такая? Давайте раскрывать. Давай посмотрим. Это коробка такая здоровенная. Здоровая коробка. Интересно, а что такое тяжелое? А, еще запасная, да? Или они разные? Не знаю. Разные насадки. Дай мне да, включи. Смотри, тут такая мягенькая-мягенькая, как будто бы детская. А это ну, мне сказали, что это вот это хорошая щетка. Вот та, что у меня электрическая, она ну, такая обычная. А это какая-то необычная, которая сохраняет зубы. Это спасибо. Где? Поцелуй. Целуй, нет, целуй маму с днем рождения. Батарейки. Спасибо, бабочку. А как она включается? Она включается, нужно... Она заряжается. Вот сюда. Вот так поставить, и она будет заряжаться. Слушай, такая тяжеленькая. Давай я сам. Вот такая инструкция. У нас так тесно. Голову хранить. Я хочу поделиться. Это жесть. Мы так хотели. Мы на самом деле, почему в этот отель поселились? Мы, ну, сначала я его увидела в интернете. Ну, просто набрала красивые картинки. Вот это все в снегу, там под пейзажа был. И увидели отзыв одного популярного певца. Да? Да, да. Об отеле так прям, ну, я думаю, ну, все, раз такие люди тут отдыхали, прям замечательный отзыв, купленный, наверное. Не, ну он же здесь был. Ну, все хорошо, но вот прям в тесноте-то не в обиде. С детьми нам, когда они уже просыпаются и хотят где-то ползать, некоторые особенно, ползать негде. Не, ну, ребят, реально, это не комфорт, это реально то, что называется супер, как бы, мега-эконом. Ну, в плане размера комнаты. Да. Нет, никто не спорит. Отличное белье, ну, все белое. Все хорошо, все молодцы, чисто, аккуратно, но очень маленький номер. Очень маленький. Мы реально удивились, спросили, ну, действительно ли это комфорт? Или есть еще комфорт? Они сказали, стандарт еще есть. Они сказали, есть стандарт, но еще меньше. А как куда меньше? Ну, конура совсем. Вот такая вот одна кроватка. Шконка одна стоит, и все, и тумбочка. Нет, это жесть. Классный подарок. Но у нас есть замечательный вид из окна. Пойдем посмотрим, наконец-таки, какой, куда мы приехали. Прохладно. Нет, холодно. Там очень хорошо. Ни витринки, ничего. Вообще супер. Елки огроменные. Пойдем посмотрим. Тихо. Аж эхо. Слышишь эхо от голоса? Такое небольшое. Птички поют. Какое-то облачко одно село на гору. Горы. Привет! Высокие. Я слышу. Слышишь? Чуть-чуть эхо, да? Смотри, мама. Мама, это волшебное облачко. Смотри, мам. О, машины. Слушай, ну относительно не холодно, наверное. Плюсовая температура, нет? Йо! Б! Ну она какая-то, наверное, на грани. Ну нет, плюсовая. И завтраки начинаются только с 9 часов. А кофе я хотела раньше, потому что в 7 уже Дарина проснулась. Но они вот сделали, лишь сходил на кафе полбанки туда все налили. Я разбавляла еще водичкой. Это я делал. А, это ты сам делал. Да, мне просто указали на то, где можно это взять. Я пошел и сделал. Ну,
надо было с собой, конечно, брать, потому что кулеры стоят на этаже. Но мы, как обычно, не взяли с собой кофе. А так тут на балконе можно целый час провести, релаксировать. Холодно, правда. Мама, подарочки! 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 Будешь запеканку? Да, вафли. А, да, вафлю. Ну, две запеканки и вафли. Мы с Дариной кашу сейчас поедим. Лаза, как у меня было. Просыпается уже сразу голодная. У них все вкусное, обалдеть. Слушай, ну у нас прям такой завтрак получился. Классный завтрак. Да, шикарно. Дарина, у нас без каши вообще никак не может. Да, ничем не наедаюсь, скажу. Мне нельзя камеру показывать, она начинает работать на камеру. Тот покажи. Скажи тот. Да сейчас покажу. Мы пойдем поставим на него свечки. Пойдем, чтобы мама задувала и загадывала желание. И да? Я хочу. И ты вместе все, да? Все. Ну вместе. Все, пойдемте ставить свечки. Пойдем. Нет, отлично. Ну, короче, вот так вот. Маме три. Давай запускай. Давай задувать. Подождите, все готовы задувать? Да. Ну что, с днем рождения. Что случилось? Одна сломалась. Свечки просто некачественные. Давай. Да, задувать. Ну, будет три. Давай задувать. Отменяем три. Ну, все, маме три, с днем рождения, да. Поздравляем. Готовы желание загадывать? Да. Я хочу, чтобы мне Юрса подарил. У мамы день рождения, Тём. Надо маме желать. Желай маме. Что ты маме желаешь? Все, загадала. Хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего нам праздника, да. У нас маме подарили еще коктейль такой. Ой, свеча-то падает. Давай загадывай желание быстрее. Не падает. Ой, классно. Ну что, мам, поделишься с Тёмой? Я, да, я только смотрю. Не надо было. Ты тебе надо. Я же так поняла. Это мы не ты. Это как-то символично сюда все. Это мое было, должно быть. Да, это твоя была. Ну тебе тоже три уже не будет. Я говорю, когда Тёмочка был такой, как Дарина, мы отмечали мне 30-летие. Да. Да. А теперь сегодня от 3 лет. Так классно. Да? Как этот фильм, помнишь, когда, как он, «Загадочная жизнь Бенджамина», чего-то да, там, да, Баттона, да. Или кого-то, не помню. Все, поперла назад. Поперла, классно. Да?